Друзья, всем привет на моем канале. Давно меня не было. Сейчас Хэллоуин сегодня, и мы на самом деле уже не первый раз празднуем. Это последние 2-3 недели праздников. Но мы приехали в Ладера Ранчо, это Оранж Каунти. Тут как вот дома частные, большой-большой такой, как частный сектор. И мы ходим вот с детьми, но это традиция, все приезжают, припарковаться невозможно, собираем конфеты. То есть, ну вот так, я покажу немножко для интереса, как здесь это все проходит. Очень здорово, весь нейборхуд, получается, соседи собираются, празднуют в костюмах. И покажу, как украшены дома, ну здорово, здорово, я обожаю этот праздник. Это Хэллоуин, Happy Halloween, и мы тут приехали там, где дома, это Ладера Ранч в Оранж Каунти. Тут вот так вот празднуют, и дети собирают себе конфеты. Вот как оно выглядит, я на широком углу покажу. Невероятно просто. Поснимаю специально, как в Америке празднуют Хэллоуин. Where's mommy? Mommy's up here. Okay. Watch out for the ghosties, honey. Go. Take a picture. Вот у всех костюмы. Вот так выглядят люди. Это вот соседи, все neighborhood. Что, Соня? Надо вот как говорить trick or treat. Да. Как говорить, Ира, нужно? Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Это вот правильно нужно благодарить, когда тебе дают конфеты. Сонька, иди с Надей. В другой дом. Я немножко покажу людей, немножко покажу традиции. Мы еле запарковались. Right there, where? Вот семьи как выглядят. Вот так. И вот так вот украшают дома. Это дом. Вообще потрясающе, мне очень нравится. Тут причем можно аж нажать, и он должен, по-моему, шевелиться. Как-то этот товарищ, вот я не знаю, где нажать. И вот так вот весь городок, весь каждый дом вот так вот выглядит. А вот и целый зомби-ленд. Целый зомби-ленд, вот. И дети вот получают конфеты. Вот, показываю, как это выглядит. Я, кстати, тоже хочу со временем, когда у нас будет дом. Мы немножко так украсили свой вход. Тоже. Ну, это, конечно... Я думаю, что будет интересно увидеть, как в Америке вот это происходит. Тоже вот такой, как я поняла, костюм. Зомби. Вот кто-то из подростков тут прошел. Вот наши дети. Мы уже на встрече, это празднование Happy Halloween. Вот костюмы, семья идет. Все, идем. У нас столько, вот весь пакет. Сколько костюм? Покажи. У нас просто не хватит места. Ничего, мы сможем в какой-нибудь пакет, да? Запомнила, где машина, да? Да, вон тут, да, я запомнила, где машина. Боже, я пытаюсь все это показывать. Мы пойдем дальше. Тут на самом деле это целый город, и тут сотни домов. И они вот так вот все украшены. Мы только в трех побывали. Вот дальше дом тоже украшен. Мы тоже начали украшать наши дома уже, но пока что это по чуть-чуть. Мы решили понемножечку собирать эти украшения, докупать. Вот так сидят с конфетами вот люди и ждут детей. И вот малыши тут ходят, взрослые. Красиво. Вот, кстати, дом с пауками. Вот гаражи. Вот скелеты ползают, и человек, получается, из гаража котелок и раздает конфеты. Это, я думаю, очень сближает людей и вот насыщает жизнь. Потому что в Америке ты много работаешь, много учишься, но ярко, круто отдыхаешь. Вот дальше показываю. Yeah.
котелки тоже такие ведьмаковские с конфетами. О боже, он на меня прыгнул. Вот, вот такая вот тут. Вот на большом углу покажу. И вон дети. Вот тоже такие надувные. Надувной кот. И вот получается, как транслируют проектором привидения. Дальше идем. Вот в костюмах идут детвора. Хай. Фил, ну что, покажи, какой улов. А ну. Вау. It's so cute. Да, это очень мило. Так, я посмотрю, как они тут уже взяли. Thank you, happy Halloween. Дети идут тут вообще. Боже, тут целый мир. А вот они подошли за конфетами. Тут такие чудища. Вау, happy Halloween. Happy Halloween. Пошли дальше, но тут... Хозяева домов выходят вот так вот, ждут детей. И вот как это украшено. Здесь вообще невероятно. Боже, это все стоят компрессоры. Вот малышка тоже идет. Невероятно, конечно. Просто невероятно. Есть кто не празднует. Вот, например, дом. Кстати, вообще... Ни одного признака Хэллоуина. А тут вот соседи наоборот. Ну, вообще, мы уже его празднуем 2 недели, Хэллоуин. А вот, вот такие вот сидят ведьмочки и собака. Вау! Hi! Вау! Have a nice evening! Thank you! Happy Halloween! Дети пойдут дальше. Вот такой закуток, и дети нашли тут. Вот хозяева дома оделись так, и вот идут. Соня уже взяла. Ooh, we like your FC Baron hat. Да. Happy Halloween, thank you, thank you. Дети набрали конфет, идем дальше. Дети вот так обнаруживают нычки. Вон дома, дворы, где можно взять конфеты. Дети пошли вот такие тут дома, и вот их тут угощают. Соня, покажи улов. Ого! Ого! Ждут. Thank you. Идут. Дальше идут. Боже, как это мило. Соня, ну что? А ну, о, уже целое ведро. Угу. Филипп. Тоже много. Thank you, happy Halloween. Некоторые дома тут... ну тут кто-то есть, а бывает никого нет, но стоит котелок с конфетами. Не, дали, дали. I'm going to eat all the candy. I got... Thank you. Thank you. Kids is happy. Дальше, дальше. Мне нравится, вот тут вот так дома сделаны, дорога там и то небольшая. Вот такой вот как большой газон круговой, как двор. Дети могут играть. И вокруг него входы в домики. Очень мило. То есть очень правильно спланировано. Мы, дети, нашли следующий дом. Вот домик. Как бы не сильно украшено, но прикольно. Красиво. А, да, очень красиво. Тут никого нет, просто стоит вот такой жбан. А вот кресло с ведрами для конфет. И дети себе берут. Ну вот, я покажу. Вот так один двор такой, и дома выходят все в этот двор. Очень прикольно. Взрослые тоже с ручками ходят. Беседка. Вот это вот все как бы, ну, вот такой вот закуток. Вот он. А вот кто-то тут смерть с косой. Такие костюмы. Вот следующий дом тоже. Такие типичные дома, деревянные. Фил уже вышел. Happy Halloween, thank you! Он малыша несут тоже.
А вот тут парк и все в таком как дыму. Я не знаю, мне кажется, тут что-то придумали. А что это вообще за дымка? Или это с гор туман, или это что-то такое вот к Хэллоуину сделали? Не знаю. Вот, вот дома, вот идет небольшая дорога, тут причем парк. И тут вот такие вот как дворы классные зеленые. Мне очень нравится. А вон дымка оттуда идет. Это там что-то празднуют. Красиво. А что вы тут берете тоже? Конфеты. Вот, вот это все. Мы идем в эту дымку. А как вы заплатили? Идите, я вас снимаю. Вон дети идут. Кэнди? Кэнди, here. Тут дети, боже, плохо видно, потому что они еще все запустили дымку. Ну, очень прикольно. Вот я хочу, насколько можно, у меня телефон это не вытягивает. А где твой? Бегут. Бегут за конфетами. Вот их ждут тут собачками. Часто очень пенсионеры тоже так, ну, развлекают детей. Окей, гоу. Вот откуда дым идет. Ух, тут расстановка, Филипп. Нам, может, такая нужна? Вау. Это как такая... Слушай, они что-то выпускают, и лампа. Это дымовая шара. Вот, я вижу. Смотри, что это тут происходит. Это дымовой аппарат. Да, поставлен дымовой аппарат. Очень прикольно. Вот. Соня, пойдем. Я ничего не вижу. А, я тоже ничего не вижу. Кто-то тут из детворы вон тоже ходят. Ну, в общем, детям весело. Дети вот идут с ведрами. На встречу еще куча детей. Соня, у тебя кроссовки классно мигают. Вот все парковки, вся улица забита машинами. Я искала, полчаса ездила. Друзья, всех поздравляю с Хэллоуином, кто отмечает. Буду стараться выпускать видео чаще, потому что просто не хватает времени. Всем привет! А вот дома с фахверком, такие вот как раз как в немецком стиле. Тут вообще дома такие в европейском стиле, класс. Что, нет конфет уже? Уже разобрали, мы поздновато. Все, время уже вышло. Ничего, ничего, еще может что-то будет. Мы приехали просто уже часа два, как дети ходят, собирают конфеты. Покажу немножко даже домики и вообще район. Надгробная плита. У нас есть конфеты. Детей вот так в дом даже бывает. На порог и... Тут они. Да, thank you. Thank you. Happy Halloween. Соня. Все. Справились. Вот тоже дети, взрослые одеваются. Watch your step, sweet pea. It hits your hand. Beware, it hits your hand. Ooh. Go ahead, watch your step. А вот какая улица тоже. Вот такие вот как дворы зеленые. Вот ты заходишь, и тут дети себе отовариваются. Ведрами. Мы поняли, что нужны мешки. Некоторые дети ходят с холстевыми такими мешками. О, а тут вообще музыка. Посмотрите, как классно. Hi, happy Halloween. Thank you. Вот хозяева дома вот так вот проводят время и угощают детей. Блин, как круто! А вот. Дети, давайте сфоткаемся! Сейчас хочу какой-то кадр на обложку, потому что это невероятно все. Вот, вот показываю вам американская реальная жизнь. Вот как она есть, непридуманная. Насколько это... Хочется детям этого дать больше всего. Давайте тут сфоткнемся. Да, давай. О, боже, там вообще какой дом красивейший. Я выбираю фото на обложку.
А вот как красиво. Вот тут такие проходы. Я сразу покажу, как даже это устроено. Вот так вот такие еще проходы. Это место мне очень нравится. Называется Ладера Ранч. А мы живем в Лагуна Нигель. Это, ну, буквально 5 минут на машине. Вот там. Так, фотографироваться, Фил. Фил сегодня без костюма, потому что уже устал праздновать. Да, Фил? Что на меня зарычал, я просто прыгнул и зарычал. Тут вот такое вот еще, да. Боже, тут реально они еще и выпрыгивают. О боже, он прыгает. Такие вот взрослые костюмы. Боже. Скажу, как паук прыгает. Вот так он прыгнул на меня. Вот тут в кустах вот таких вот посадили, он сейчас будет прятаться. Вот он прячется, спайдер. Вот спрятался. Филипп, а можно на тебя прыгнет, а я сделаю видео? Я хочу показать. Вот потому что я стояла, я чуть тут с ума не сошла. Фил, подходи к нему. Ну подойди к нему. Когда ты знаешь, что он на тебя прыгнет, да? Ну, страшно. Дети. Все с такими звуками. Вот так. Так что тут идешь себе и можно... Класс. Просто класс. Вот народ стоит в костюмах. Взрослые тоже. И вот дальше дети идут искать гаражи. Они охотятся. Соня набрала конфет. Вот такие вот здесь булочки. Вот. Дети в костюмах. А, вот как из семьи Адамс. Девочка. А вот иногда никого нету, но стоят конфеты. Тут классно, соседи общаются. Вот, нет машин для детей играть. И очень такой запах вообще невероятный. Здесь пахнет хвоей, очень много хвои. А что тут? Есть что-то? Нет, мы позвонили. Ничего нет? Надо звонить, да. Ну какая милашка. Вот так стоит, да, такая милая девочка, раздает конфеты. Вот. Дети пошли дальше. Вот так угощает. А, она чужие конфеты, не свои раздает. Она их взяла и угощает возле домика. Прикольно. А вот тут приходят люди. А, это хозяин, хозяин конфет. Вот покажу тыквы. Вот так вот стоят светящиеся привидения. Некоторые дома украшают совершенно немножечко. А вот явно кто-то идет с костюмом. Сейчас обгоню. О. Супер! Супер! Костюм какой! Thank you! Happy Halloween! Thank you. Добыча! Добыча детей! И они тут нашли Neighborhood Park. Это получается такой вот сквер, как парк, где детские площадки. Друзья, я надеюсь, что вы ощутили атмосферу праздника, так что ставьте лайки. И всех с Хэллоуином! Очень прикольно! Мы идем уже домой. Уже, наверное, часов 9, уже все тут расходятся. Ну, хотя вот здесь, в Америке, здесь все равно люди гуляют вечерами, людно, шумно. Мне это, кстати, очень нравится, что нет вот этой вот такого затишья. Ну, вот как в Европе, все раз, так и в 6 часов затихает, умирает. Здесь нет, здесь очень все живо, весело. Соня пошла еще за конфетами, но тут не только Neighborhood Park, а тут еще Neighborhood бассейн с джакузи. Вот покажу. Зона бассейна, спортзал, скорее всего, и парк. То есть это все вот входит в проживание в районе в этом. Еще конфеты, давай. Вау. А вон дети вот так идут. С крылышками. Класс. Покажу. Мне нравится, что в американских домах почти везде есть камины. И у нас есть камин. Вот.
Классно, он пристроен, очень уютно. Дети уже последние штрихи вот проверяют конфеты. Есть кэнди? Да, вот Соня. На, держи, в твое ведро клади. Целое ведро. Вот тут они все еще двигаются. И все, мы уже пришли, практически вернулись к своей машине. Уже садимся в машину, напоследок покажу вот окно. И тут все стоят, смотрят, что тут такие, как зомби. Вон стоят дети, люди. Покажи на яйцах. Все, выключился. Это реальный человек. Ну да, да. Так это реал. Это не статуя. А вот тут дом за нами, мы припарковались. Тут тоже себе. Ну, в общем, капец. На этом завершаю свое видео.